Капитальный ремонт жилищного фонда, вывоз отходов, содержание контейнерных площадок – всю эту работу контролирует департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии Магадана. Основные функции учреждения – координация работ всех предприятий жилищно-коммунального комплекса регионального центра Колымы. Также департамент ЖКХ мэрии реализует и вырабатывает политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства Магадана. Но есть и вопросы, которые должны решать собственники квартир. В этом случае жильцы организовывают общественное собрание. Эта процедура должна проводиться по нескольким вопросам. Это то, что является правом, но также есть и обязанности. Да. У собственников всегда есть обязанность содержать свое имущество. Поэтому ряд вопросов, которые должны быть вынесены на ежегодное собрание собственников, это стоимость работ по содержанию, ремонту общего имущества, а также те вопросы, которые необходимо решать, скажем, по ремонту инженерных систем, ограждающих конструкций дома. Это все должно решаться на общем собрании. Инициатором такого собрания может выступить любой собственник помещения в многоквартирном доме и вынести тот или иной вопрос на повестку дня. Но бывают и ситуации, когда жильцы отказываются от проведения общего собрания. В таком случае проблему решает управляющая компания. К сожалению, либо к радости, законодательством не предусмотрены никакие санкции за отказ собственников принять участие в общем собрании, но ряд вопросов, которые рассматриваются, безусловно, должны быть рассмотрены. И это в первую очередь такой вопрос, как перечень, виды ремонтных работ, работ по содержанию и, безусловно, их стоимость. Но ежегодно управляющие компании, либо лица, которые осуществляют управление многоквартирным домом, должны направлять собственникам предложение. Это по перечню видов работ, услуг, а также их стоимости. И у собственников лежит обязанность принять этот вид работ, перечень услуг, а также утвердить эту стоимость. Специалисты отмечают, что бывают случаи, когда жильцы не могут провести общее собрание или утвердить определенные виды работ. Тогда управляющая компания, которая курирует этот дом, обращается в муниципалитет за утверждением стоимости обязательных видов работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Этим вопросом продолжает заниматься департамент ЖКХ. В рамках рассмотрения таких заявлений от собственников организация утверждает или отказывает в размере и стоимости работ по каждому конкретному дому.